Доступный и удобный театр. Теперь посещать спектакли и концерты Красноярского театра оперы и балета с комфортом могут и люди с ограниченными возможностями. Специально для зрителей инвалидов-колясочников здесь созданы все необходимые условия. На парковке у центрального входа выделены места для автотранспорта и оборудованы пандусы. На первом этаже театра установлена специальная поднимающая платформа, чтобы преодолеть ступеньки в фойе и попасть в нижнюю часть партера. В верхней части зрительного зала организовано пространство для размещения зрителей на инвалидных креслах и их сопровождающих. Здесь одновременно могут разместиться 4 человека на колясках. Подняться сюда, а также в буфеты, расположенные на втором этаже, особые зрители смогут на лифте. А в случае отключения электроэнергии в театре, люди с повышенными потребностями смогут спуститься по ступенькам на автономном мобильном гусеничном подъемнике. Всего на это специализированное оборудование было потрачено порядка 3 миллионов рублей. По программе «Доступная среда» Красноярский театр оперы и балета провел все мероприятия, необходимые для того, чтобы люди с ограниченными физическими возможностями наконец-то смогли спокойно, самостоятельно посещать театр оперы и балета. Длилось, наверное, это все больше года. Сначала мы разыгрывали торги, проводили, появились подрядчики. И на сегодняшний момент театр оборудован, и люди с ограниченными возможностями могут попадать к нам беспрепятственно.